Здравствуйте! Сегодня на обзоре парка 3 в 1 от бренда MTAG. Конструкция сочетает в себе ветровку из нейлона, при этом внешний слой имеет дышащую мембрану, благодаря которой ветровка сможет обеспечить защиту от непогоды своего хозяина даже летом. К ветровке, как второй слой, крепится теплая подстежка, которая с внешней стороны исполнена из того же нейлона, внутри это теплый и, главное, дышащий флис. По сути, второй слой – это полноценная куртка, отстегнув которую мы получаем превосходную защиту от ветра и холода аж до поздней осени, либо ранней весны. Но стоит пристегнуть обратно подкладку, и вся конструкция превращается в двухслойный термос, который без проблем позволяет использовать куртку в зимнее время. Внешняя ветровка имеет классический крой с мощной ветрозащитой. Воротник пошит так называемой стойкой и при полном запирании закрывает шею до подбородка. Чуть выше в кармане на велкро-замках прячется ветрозащитный капюшон с боковыми утяжками на кулисах. Центральная молния снабжена широкой ветрозащитной планкой, которая в нижней части страхуется двумя мощными кнопками. Рукава по внешнему срезу имеет эластичные утяжки, при этом манжеты при сильном ветре запираются на велкро-замки, по низу внешний слой регулируется утяжками на кулисах. Ветровка имеет 5 карманов, из которых 2 больших грузовых на молнии в центральной части, 2 сервисных чуть меньшего размера, которые также запираются на молнию, расположены на груди, и 1 скрытый карман на молнии находится на внутренней стороне справа. Центральная молния представлена брендом UKK, имеет 2 бегунка, которые позволяют отпирать куртку в обратную от традиционного направления снизу вверх, что позволяет быстро добраться до оружия и прочего поясного оборудования. На рукавах нашиты платформы Velcro для крепления информационных шевронов и патчей. Внутренняя подстежка крепится при помощи 2 молний UKK, а также 4 петелек на запястье в рукавах, по 2 на каждый манжет, и 1 петлей на кнопке за ворот. Подстежка после отстегивания превращается в отдельную куртку с высоким ветрозащитным воротом, эластичными утяжками на рукавах и 2 внешними боковыми карманами на молниях. В общем и целом, парка от бренда MTAG легко сможет заменить сразу 3 куртки в нашем гардеробе. Например, это всесезонная ветровка, осенняя кофта и теплая большая зимняя куртка. Как по мне, то это отличный вариант за подобную стоимость. Кто хочет узнать больше про новинку, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч!